Здорово, бандиты! В очередной раз мы с вами в Новохуле Смок, и в очередной раз не в родных стенах, не в городе Краснодар. Сейчас мы находимся в Севастополе, в сегодня открывающейся франшизе проекта. Сегодня мы в очередной раз говорим о немцах, бренд Хука Картель, Кальян, Джинни, Армагеддон. Будем начинать, разбирайся. Ну что, будем начинать. Детали огромное количество, сильно долго задерживаться не будем, по-быстрому собираем, угли уже греются, обсуждаем, еще сделан кальян, да, раскуриваем, делимся впечатлениями. Итак, все детали кальяна, как всегда, сделаны из нержавеющей стали, это на рынке нормально, этим на рынке уже давным-давно никого не удивишь. Вкручиваем первую составную часть в верхней части шахты для того, чтобы зафиксировать непосредственно нижние элементы, которые будут соприкасаться с нашей водой. Отрезок шахты у нас представлен двумя частями составными. Мы их скручиваем. Все резьбы, как и на всех других продуктах бренда, садятся четенько. А помимо этого, на каждой из резьб есть еще и небольшой уплотнитель. А помимо этого, в комплекте, как и во всех остальных кальянах бренда, у нас идет скручиваемый диффузор с небольшим отверстием на его основании и продольными отверстиями по кругу. Что у нас есть еще? Есть еще две составные части нашей шахты. Чисто теоретически кальян, наверное, можно сделать и покороче, но, учитывая его габариты, придется нам его, видимо, собирать в полный рост. Так, основная часть шахты у нас готова. Помимо нее у нас есть еще последний элемент, который является своеобразным коннектором, портом под блюдце. Блюдце, которое мы оденем, наверное, в последнюю очередь. Помимо этого, как и на многих немецких продуктах, у нас есть 4 порта. Используем по обычаю. Поэтому с 3 портов шарики мы не достаем, оставляем только в одном, который и будем вставлять наш коннектор шлангом для того, чтобы покурить кальян от бренда Хук Картель под названием Армагеддон. Забегая вперед, я, наверное, еще раскручу, покажу сам порт. Сами порта раскручиваются пополам, и внутри, соответственно, есть похожий на стеклянный, наверное, это пластиковый шарик. И последний порт у нас остается пустой. Мы просто его также монтируем в наше основание и забываем об этом думать. Помимо этого, можно оставить в таком виде, можно сразу поставить коннекторы под наш шланг, так как кальян смотрится, по мне, немножечко лаконичней. Ну что, наша шахта Джинни Армагеддон в собранном виде. Мы водружаем ее на родную колбу. Закручиваем. Ставим блюдце. Наши угли уже практически готовы. Да, будем ставить чашечку, начинать курить и делиться своими впечатлениями. Пока наша чашка Голиаф уже водруженная и прогревается, поговорим в целом о кальяне Хук Картель Армагеддон. Неспроста кальян продается на официальном сайте представителя Джинни в Российской Федерации. Это связано с тем, что The Хук Картель — это дочернее предприятие компании Джинни. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы найти сходство. Это и диффузор, это и коннектор под шланги, это и притирки, это и блюдцы на притирке, все очень похоже, и понятно, что это один и тот же бренд. Что касается характеристик самого кальяна, внутренний диаметр шахты — это 19 мм, это немало. Посмотрим, что из этого всего получится, как кальян будет куриться, потому что кальян я курить буду в первый раз сейчас. Помимо этого, стекло, колба довольно увесистая. Про то, сколько килограмм весит кальян, я скажу буквально чуть-чуть попозже, но это довольно серьезная цифра. Забегая вперед, скажу, что кальян очень тяжелый. Стекло очень серьезное. Стекло, ну, нужно постараться, наверное, чтобы разбить. Толщина стекла примерно там плюс-минус 1 сантиметр. Помимо этого, порты у нас с диаметром тоже практически 19 мм, в том числе 18,8, и высота кальяна в собранном виде без чашки 70 см.
Но по сравнению со мной, учитывая, что я стою немножечко на пачке паркета, ламината, по сравнению со мной кальян выглядит довольно серьезным, довольно большим и довольно тяжелым в работе. Вес кальяна на минуточку составляет без воды около 7 кг, с водой больше 9. Это нифига не мало. Кальян желательно носить только двумя руками. Кальян нежелательно, забегая вперед, 100% носить за шахту, носить только за колбу. И кальян даже, наверное, рукой я и не подниму левой. Ну, правой, наверное, чуть-чуть приподниму. Не, ну был бы айк, поднял бы левой рукой, но тогда пришлось бы снять обзор не на Джинни Армагеддон, а на Миг. Ну да ладно. Что идет в комплекте, что не идет? Полностью шахта, блюсы, все притирки, колбы и все остальное. Это полностью комплект кальяна Джинни Армагеддон. Помимо этого, мы будем использовать мундштук алюминиевый от компании Джинни. Это мои любимые мундштуки, которые есть на рынке. Это мундштуки, которые преимущественно мы юзаем в каждом заведении франшизы. Они легкие, износостойкие и симпатичные. И шланги Джинни Кэнди Хорс, рифленые, любимые, нравятся. Это то, что не идет в комплекте. Ладно, ставим наш коннектор с шлангом в наш порт. Да, будем пробовать, как же курится кальян Джинни Армагеддон, и делиться своими впечатлениями. О, неплохо. Для первого кальяна в день базилик — это самое то. Ну что, что касается тяги, тяга кальяна Джинни Армагеддон, как и в принципе всех других кальянов бренда Джинни, с нескрученным диффузором и буквально на, ну не знаю, на пару миллиметров перелитым от нормального уровня уровнем воды, дает мне приближенную классическую тягу, тягу, которая мне нравится, тягу, которую я люблю. Что касается кальянов Джинни, это однозначный плюс, однозначное преимущество. Практически все модели бренда есть у меня в заведении, и все модели бренда используются в состоянии нескрученного диффузора, потому что тяга приближенная к классической, и это не может не радовать. Двигаемся дальше. Что касается продува, сейчас наберем побольше дыма в нашу колбу, да попробуем от него избавиться. Дым выдувается, соответственно, во все три порта, которые у нас остались вместе с шариками. Дым выдувается довольно симпатично, но уже с первого продува я вижу, что выдувается его очень маленькое количество. И даже с четырех плотных продувов я от дыма в колбе не могу избавиться. Могу избавиться только от дыма в колбе в верхней его части, а все остальные же свободные колбы от воды. Дым просто закручивается и не дает нам возможности избавиться от негатива, скопившегося в нашей колбе. Если вдруг в чашку попал кусочек уголька или табак начал гореть, кальян до конца нам не продуть. Максимум, что я могу сделать, это пропустить дым через себя. И тем самым устранить проблему в курении. Это однозначный минус. Что же касается внешнего вида, забегая вперед, стоит сказать, что однозначно кальян Хука Картель Армагеддон — это прямая на 100% идентичная копия кальяна Миг, немалоизвестного немецкого бренда. Что касается сравнение этих двух кальянов, я думаю, однозначно мы дойдем до этого обзора, однозначно его снимем. Лично я особых качеств, которые отличают кальяны друг от друга, не наблюдаю. Помимо этого, стоит обсудить то, что кальян Джинни Армагеддон стоит в разы дешевле, чем кальян Миг. И некоторые блогеры даже умудряются снять на него обзор и сказать, что это кальян Миг. Ну да ладно, сегодня не об этом. Итак, рыночный ценник у официального представителя розничной в России кальяна Джинни Армагеддон сейчас составляет 16 800 рублей. За кальян, полностью сделанный из нержавеющей стали, с такой колбой, в таком комплекте, это недорого. Это ценник, который на рынке сейчас никого не напугаешь.
Колян более чем достойный, вы более чем достойный, более чем достойный новый проект «Ну а хули смог» в городе Севастополь. Если летом поедете на море, вы обязательно должны здесь побывать. Ссылку на инстаграм проекта я обязательно укажу в описании к видео. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рассказывайте своим друзьям. Чё кого? Сучара!